Сегодня моя собачка будет кушать на ужин корм фирмы Папер с треской. Мы покупали разные. Вот сейчас мы купили вот такую вот шиншилки. Вот такая вот. Для взрослых собачек всех пород. Так. Цена 400 грамм 35 гривен. Так. Сейчас я ее открою и покажу, что внутри. Вот такая вот консервочка. Вот такая вот консистенция. Сейчас я буду ложечкой накладывать собачке в мысочку. Так. Вот что у нас получилось. Вот такой вот корм. Я положила совсем немножко для пробы, так как мы кушаем после прогулки. Основная еда будет после. Но я думаю, что это для нас будет как вкусняшка. Сейчас посмотрим, как Ника будет кушать. Давай кушать, Ника. Так, чтобы вам было понятно, вот так, вот такая вкуснятина у нас. Мы обычно едим на полу, но для видео сделали исключение. Едим прямо со стола. Ну вот, мыска уже практически пустая. Еще раз. Вот такой папер. Вот, вот так мы любим кушать. Спасибо, шиншилки.